Привет! Никогда не знаешь, где окажешься завтра. И сегодня мы с вами находимся в Нью-Йорк-Сити, в Манхэттене, на крыше небоскреба и снимаем для вас заключительный день марафона «Как убрать галифе». С вами проект «Онлайн-фитнес-ТВ», его тренер Катя Тёв. И мы начинаем. А перед тем, как мы начнем, я напомню наши основные правила. И это правильное питание, это правильный питьевой режим, это тренировки, здоровый сон и процедуры для тела. Вот если все эти составляющие в комплексе делать, тогда у нас точно будет отличный результат. Ну а перед тем, как мы приступим к основной части, не забудьте выполнить разминку, которая есть у нас на нашем канале и появилась только что на ваших экранах. Приступаем. Сегодня у нас две табаты. И я покажу вам два упражнения, которые мы будем делать. Итак, первое упражнение. Поставили ноги шире, стопы разводим наружу. Мы садимся вниз, касаемся пола, таз хорошо отводим назад и выпрыгиваем вверх. Стопы у нас направлены в диагональ. Не старайтесь их сильно развернуть, направьте их в диагональ, садитесь глубоко, хорошо отводите таз назад. Раз и выпрыгнули, раз и выпрыгнули. Оп, оп. Не обязательно касаться руками пола, но мы стараемся коснуться, выпрыгнуть, коснуться, выпрыгнуть. Первое упражнение. Второе упражнение. Ставим ноги чуть шире плеч. Чуть-чуть стопы наружу. И садимся в реверанс. Раз. И снова сели. Приседание. Реверанс. Приседание. Раз. Два. Три. Четыре. Тут важно, чтобы колени смотрели в сторону стоп. Стараемся, чтобы колени смотрели вперед. Куда стопа? Туда колено. Таз хорошо отводить назад, садиться глубоко и бедра не разворачивать, а направить вперед. Это очень важный момент. Если вы готовы, то мы начнем. Во втором блоке табаты мы немножко усложним второе упражнение. И оно будет выглядеть так. Сели, сели, выпрыгнули. И снова скрестно, центр, прыжок. И скрестно, центр, прыжок. Начинаем. Я включаю таймер. Поехали. Веселей. Разгоняем пульс. Еще чуть-чуть. Есть. 10 секунд отдыхаем, стряхиваем ноги, ставим ноги чуть шире плеч, стопы почти вперед, чуть-чуть могут быть наружу, сели, сели, каждый раз встаем полностью, бедра не разворачиваем, спина ровная, живот подтянутый, вдох, выдох, стряхнули ноги, и мы продолжаем. Ставим ноги шире, сумо, с запрыгиванием вверх и с касанием руками. Веселей. Стараемся сесть глубоко, таз назад. Стряхиваем ноги. Ух, уже чувствуется конкретное напряжение. Ноги чуть шире плеч. Поехали. Выдох вверх. Съедимся глубже. Хорошо натягиваем бок. Ага. По мере возможности держим темп. Ваш темп – это только ваш темп и ничей другой. Еще. Держимся. Устали, передохнули. Есть. Маршируем.
Маршируем, готовимся продолжать. Пошли. Садимся. Ноги чуть шире плеч. Натягиваем бок, бедра вперед. Колено за колено. Дышим. Колено за колено. Отдых. Последний блок. Первый табат, и мы передохнем. Собрались. Выше. Еще. Еще. Последнее упражнение, первый табаты. Пошли. Еще глубже. Yes. У нас 40 секунд с вами перерыв. Мы дышим, мы восстанавливаемся, мы при необходимости пьем воду, наслаждаемся. Еще 30 секунд. Молодцы. Так держать. Hello. Так держать. Еще немножко. 6 секунд. И будем бороться. Готовы? Поехали. Глубже. Таз назад. Еще. Есть. И у нас добавляется прыжок. Уху-ху. Та-та-та-там. Поехали. Сели. И здесь прыжок. Хоп. Сели. Если у вас дома нет возможностей, то идите на улицу и там тренируйтесь. Два простых упражнения вы точно запомните. Берите с собой секундомер и вперед. Пошли. Еще. Еще. Бегут. Есть. Упражнение. Номер два. Внимание. Сели. Сели. Выпрыгнули. Сели. Сели. И раз. Два. И раз. Садимся. Два. И раз. Два. Пауза. Пауза. Еще 4. Подхода и все. Пошли. Видите? Это не так просто, как кажется. Еще. Немножко здесь, ребята, еще чуть-чуть. Подбадриваю сама себя. Пошли. Еще. Прыжок. Еще немножко. Ноги просто отказывают уже. Отлично. Делайте все в полную силу.
лучше всегда остановиться, немножко подышать, но не останавливаться. Можно сбавить темп. Последние упражнения, и все. Сели. Скрестно, та бедра не разворачивать. Таз больше назад. Уберите прыжки, если вы не можете. Не прыгайте. Yes! Мы это сделали. Стряхиваем ноги. Маршируем и дышим. Сейчас наша задача восстановить дыхание. Еще немножко. Хорошо. Остаемся на левой ноге. Чуть присогнутой. Правую ногу берем, тянем на себя, растягиваем хорошо левую, правую ягодицу, правую, тут. Так, укладываем ногу на ногу, балансируйте, можете придержаться за стул, таз назад. Мы держим спину ровно, стараемся таз отвести дальше назад и присесть. И тогда вы почувствуете классное натяжение ягодицы. Есть. Ногу перед собой, на пятку, и с ровной спиной, абсолютно ровной, раскрывая ягодицу, мы наклоняемся вниз. Так, другая нога, левая нога на себя, находим баланс, растягиваем левую ягодицу, спину держим ровно, плечи вниз. Укладываем ногу. Садимся глубже, натягивая хорошо. Полетели. Пружиним. Можно придержаться за стену или за стул. Старайтесь не терять равновесие. Это тоже испытание. И ставим ногу вперед. Растягиваем всю заднюю поверхность ноги. Носок на себя, пружинка. Скручивание в тазобедренных. Не за счет поясницы. Нас назад. Есть. Хорошо. Поднимитесь вверх. Сделайте вдох и упадите вниз. Захватим свои ноги руками с внутренней стороны. Округлим спину и потянем вверх. Плечи тяните от ушей. Голова свисает вниз свободно. Присели и раскрутились. Встряхиваем ноги еще раз. Расслабляемся. Восстановили дыхание. Спасибо вам за эту тренировку. Это был заключительный день марафона «Как убрать галифе». И я напоминаю, что ровно через несколько дней после окончания марафона мы объявим победителя. Это будет самый активный участник или участница, которая пришлет нам свои фотографии до и после, которая будет на протяжении марафона комментировать. И эта участница получит приз. Это будет фитбол Reebok, который мы показывали еще в первой серии марафона. Ну что ж, спасибо вам большое за участие. До новых встреч на нашем канале. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну а я прощаюсь с вами. До следующих встреч.